Дорогие друзья, всем привет из солнечной Алании. Сегодня у нас плюс 31 градус, жара, море, солнце. В общем, погода стоит прекрасная. И по многочисленным вашим запросам, сегодня мы пришли в один из магазинчиков Алании, а непосредственно в магазин, где продают детскую одежду для девочек и мальчиков от 0 до 16 лет. Где находится этот магазин? А находится этот магазин на Пятничном рынке, напротив магазина Руя Кундура. Вот если стоять напротив этого магазина Руя Кундура мужского отдела, прямо напротив этого магазина вы увидите вот такие вот цветные стульчики и столы одной из кафешек. И пройдя мимо этого кафе, вы попадете в магазин Юксель Бебе, в котором и продаются детские вещи. Поэтому давайте скорее пройдем, посмотрим ассортимент, цены, в общем, все, что есть интересного в этом магазине. Проходя мимо вот этих вот цветных стульев и столов, буквально через пару метров вы попадете в магазин Юксель Бебе, и этот магазин работает уже 22 года. Представляете, на одном и том же месте магазин работает 22 года. И, как я уже сказала, здесь продаются товары для мальчиков, для девочек от 0 до 16 лет. Атила Бей, владелец этого магазина, 22 года, он продает детские вещи в Алании. Ben esas kendi iş yerime 1997'de başladım. Daha öncesi de ben çalıştım, bu tür işlerde çalıştım. Ama kendi iş yerim olarak 97'de başladım. 22 senedir falan hizmet veriyorum. Özellikle yerli ve turizm üzerine hizmet veriyorum. %100 Türk malıdır. Kesinlikle firma garantimiz de var. Türk malıdır, pamukludur ürünlerimiz. Şu ana kadar bir sıkıntı yaşamadık. Поэтому, друзья, в этом магазине все товары, которые есть, они все произведены в Турции и все из натуральных тканей. И если какой-то товар окрашен, то он окрашен качественными красителями. Поэтому, дорогие друзья, здесь большой выбор брюк для девочек. И, конечно же, есть от Сифердан, от 0 до 16 лет. Атила Бей, не кадар бу панталон нар? Бу панталон 85 лира. 85 вот такие вот панталоны, штаны. И есть, конечно же, для маленьких девочек. И есть различные цвета. Вот эти вот очень красивые. Не кадар бу нар? Бу да не кадар. Хемен бакалам она, да? 70 лир. 70 лир. Посмотрите, вот с такими вот красивыми стразами. Есть светлые модели, темные. Вы бунар, бюклер, вэкчуклер? Табики. Да. И вот эти вот все модели есть как для маленьких, так и для подростков.
черный цвет, очень красивые модели. Есть и с жемчужинками, со стразами. Есть более простые вот такие вот модели, просто одноцветные. Это все хлопок. Могу вам сказать, что... Это хлопок. 95% хлопок и только 5% лайкра. Все модели, которые здесь представлены, бештен, он бешикадар. Он алтияш. Ага. От 5 до 15 лет, до 16 лет вы найдете брючки. Есть... кетен варды, гене, сиях. Сиях, чок сатылю, эн чок сатылю, ренг сиях. Он говорит, что... Атила бы говорит, что очень... популярностью пользуется черный цвет, и вот на шесбу он алтыящий. Вот на 16 лет, слушайте, они даже мне подали. На 16. Некогда у панталонов? Бу адан 85 лир. 85 лир. Баш панталон на башлаян фиат кач? Панталонлар чудюк бойлары, böyle 50'den başlıyor, 50 ile 100 lir arası değişiyor. Цены на штаны, на брюки для детей от 50 до 100 лир. То есть цены от 50 начинаются от 50 лир. Также очень большой выбор. Bunlar taşlanmıştır yani forge başlıyor bunu. Taşlanmış kot, renk katması olma çekme olmuyor bunlardan yani taşlanmış kot olduğu için. Ага, вот эти вот брюки, джинсы, тоже 95 хлопок, 5% лайкра. И Атила бы говорит, что настолько качественный, что не теряют цвет. Ну, есть и более простые брюки, например, вот такие вот. Вот такие на ликалы, да? Тоже с лайкрой. Бунар около чиндолур, да? Таби, около чиндолур. Ладжверт, сия. Бунар около чиндолур, реально. Можно, например, использовать их и как брюки в школу. Многие из вас, кстати, спрашивали, продается ли школьная одежда в Алании. Так вот, вот такого вот плана брюки, темно-синие, коричневые, да, вот такие вот светло-коричневые, например, можно носить в школу. И если вы хотите купить также школьные пиджаки, то ближе к осени пиджаки тоже появятся. Да, вот эти вот цвета, такие простые модели, которые можно носить в школу. Вефиатлар Эллидан. Цены также начинаются от 50 лир и выше. Вот это самые маленькие брючки, которые есть в магазине. Да, для очень маленьких детишек. 55 лир. 55 лир. До 16 лет можно найти здесь брюки. Вот такой вот ренг мевджуддур, ян, хэр ренг бар. Темно-синий цвет, очень красивый. Бучок гюзель. Evet. Ладивер, затен, эн чок, сиях, ладивер, бунар, эн чок саттымыз ренгли. И вы видите, здесь большое количество цветов. Зеленые, бордовые, светлые, такого болотного цвета, темно-синий. Биде, бусене, шуэле бишей чалыштык, биде. Şöyle карго панталон diyordu bunlara. Şöyle bak lastikli. Также, также друзья, есть вот такая вот модель. В этом году очень lastikli. Популярная. На резинке и снизу тоже на резинке. Bu da pamuktur yine. 100% хлопок. Вот такая вот интересная модель. И на самом деле он на çok rahat. Yok, özellikle çocuklar için çok tercih ediyorlar bunları lastikli да, olduğu для için. Для детей очень удобные вот такие вот брючки. Yine... Вот такие вот, например, темно-синие. Ben de aynı kullanıyorum. Benim de lastikli. Yani last, evet. Bu sene kargo pantolonlar çok büyüklerde bile moda oldu. Kargo pantolon. Evet. Называется карго, штаны карго, карго. Я бич панталон да диюз, я на бич да диюз. А, пляж, пляжные такие yeah. брюки, да. Очень удобный, поэтому обратите внимание вот, вот на эту вот тоже модель. Такие брючки. Не кадар бунар? Бунар да айни, 50-дан башлыйор. Тоже? Бюк не говори, 60-65. Ага. Тоже от 50 лир и в зависимости от размера. Большое количество цветов. Ага. Очень удобные. Вот эти очень красивые. Да. Есть серые, светлые, синие, различные варианты. Ренк, хэр, ренк вар. Джинс вар, швейле бур. Даже вот такой вот, вот такая вот модель джинсовая.
Evet, buçuk arası. Yine şimdi polo yaka şöyle pamuklu. Bu da 0 yaştan 12 yaşa kadar bu. Ondan sonra большой очень выбор футболок, цветов. Şöyle var. Bu da yine 15-16 yaşa kadar var. Yine hani polo yaka. Sade olduğu için genelde bunlar hem okula tercih ediyorlar hem normalde de giyebiliyor. Ve fiyatlar, başlayan şöyle, fiyatlar tişörtler için? Fiyatlar bunlar da 25 liradan başlıyor. Bebe boyları, sıfır boyları 50 milyona kadar gidiyor. 50 TL'ye kadar gidiyor. Много разных цветов. Şöyle. Да, много разных цветов, фасонов. Bu da 16 yaşa kadar var yine. Başka bunlar da model çok. Şöyle bakın. Очень много разных моделей. Şöyle. И цены от 25 лир. Есть вот такие вот bunlar спортивные. Bunlar pamuklu. Bak, yine %100 hem pamuk hem likralı. 100% хлопок с лайкрой. Şöyle. И тоже размеры от 0 до 16 лет. Türk malı yani ürünlerimiz hepsi Türk malı. Pamuklu. Произведено в Турции 100% хлопок. Şöyle yine yakın bak. Еще есть вот такая şöyle вот модель. Угу. Друзья, еще большой выбор вот таких вот костюмчиков для мальчиков. Смотрите, даже с бабочкой, брючки, рубашечка и жилет. Ne kadar bu takımlar? Burada yazıyor. 135 lira mesela. 145 lir stoit вот такой вот набор. Bunlar işte cepken, gömlek, pantolon ve papyon olmak üzere. До 12 лет. 5-6'dan 12 yaşa kadar var. До 12 лет есть вот такие вот костюмы. Да, тоже разные цвета. Разные варианты. Şöyle bir mont türümüz var. Также есть детские зимние куртки, осенние, весенние зимние куртки, но поскольку сейчас не сезон, товар придет через 2-3 месяца. Есть вот такого плана, не кадар бу монт. Есть вот такого плана под кожаную куртку. Стоит вот такая куртка. 150 лир. А есть пуховики вот такого вот плана. Ve bunlar 12 yaşa kadar. 12 yaşa kadar onlar. Тоже до 12 лет, на детей до 12 лет есть вот такие вот зимние курточки, синие, и вот такая вот, да, и вот такая вот красненькая. Угу. Внутри, да, внутри очень теплые. И вот такие вот интересные, интересная жилеточка для девочек. С таким вот, такой металлической ткани и интересная вот такая вот курточка для самых модниц. Bu ne kadar? Такая куртка стоит... Bu 150 TL, bu 125 TL. Вот это стоит 150 лир, вот это стоит 125 лир. Ну и, конечно же, мы сейчас видео снимаем в июне месяце, в конце июня, а ближе к сезону, ближе к сентябрю, если вы приедете, здесь уже будет и одежда зимняя, осенняя и весенняя. Угу. Для маленьких детишек бебеклер için. Evet. Для маленьких Tulum детишек. Altan çeşitli. Altan açılabiliyor. Ага. Yine böyle ikili. Şöyle. Стоит такой 42 лиры. Угу. Очень много разных вариантов. Şöyle. Цветов, моделей. Вот такая вот футболочка с шортиками. Есть yine просто... Yine böyle, да, с брючками. Гомлек, о, пантолон. Ага. Рубашечка с вот такими вот брючками. Yine. Ve bunlar için, bunlar da ortalama fiyat. Bunlar da ortalama fiyat 80 lira ile 100 lira arasında değişiyor. И вот на такие вот костюмчики цена 60-80 лир. На футболке, модельне göre değişiyor. Да, на футболке цены от 25 лир в зависимости от модели и от размера. Посмотрите, вот такие вот модные, классные футболки для мальчишек. Выше. Вот такие вот костюмчики тоже зимние. Они с, утепленные. Футболка, кофточка и штанишки. И есть вот такой вот еще вариант. Темно-серый с синим. Для новорожденных. Сейчас мы показываем вам одежду для, для девочек. Для новорожденных, например, такой стоит
25 лир, вот этот стоит 42 лиры. И для новорожденных вот такие вот наборы. 10 предметов стоит 240 лир. 10 предметов тоже для новорожденных. И есть разные цвета вот с такими вот украшениями красивыми. 10 предметов. Вот такой вот набор из 5 предметов стоит 60 лир. Из 5 предметов и в основном такие берут в подарок. Есть вот такие. Надо эркек için biraz önce gösterdim kız için bunlar erkek için. Вот это, например, для мальчишек стоит 165 лир. Это bunlar uygunlar da var. Mesela bunlar daha uygundur bunların fiyatı. Вот этот стоит 110 лир. 110 лир и тоже с такими веселыми зайчиками. Розовые, голубые, темно-синие. В общем, огромный выбор для новорожденных детей. Вот есть, например, со стразами вот такие вот красивые наборы. Есть вот такие вот летние платьишки. Очень красивые из натурального хлопка. Ну и, конечно же, вот такого вот плана. На лето очень классно светлые цвета. Вот такой вот оригинальный набор с шортиками и футболкой. Стоит такой набор. Сейчас я вам скажу, сколько он стоит на Экодарго. 100-125 лир стоит вот такой вот набор. Bunlar var bak, tayetli takım. С футболка с лосинами. Очень много разных цветов. Вот есть с белой футболкой, есть такой вот красной футболкой. Очень красивая вот эта вот футболка. Вы, айне, 25 лирадан, да, ирми? Bunlar, 45 лир, например. Вот это стоит 45 лир футболочка. И для девочек тоже до 16 лет есть модели. Вот такая вот интересная, такое вот интересное платьишко можно на выход. Это тулум. И вот такие вот более летние вещи, 100% хлопок. Bu elbise 6 yaştan 14 yaşa kadar. Bu da tulum yine aynı 6 yaştan 14 yaşa kadar. Тоже натуральный, %100 памук, натуральный хлопок. И есть еще вот такого вот плана, очень интересная модель, тоже с лосинами. Платье более теплое. Bunlar hep 6-14 yaş arası. Для 6, от 6 до 14 лет. Вот такой вот будочок взять. Вот такое вот интересное платье с сумочкой. Потрясающе интересное. Ну и, конечно же, друзья, с пайетками на какое-то интересное мероприятие. Может быть, даже на Новый год. Посмотрите, тоже с сумочкой. И вот такие вот два платьишка. Более нарядное и более такое спортивное. Вот это вот, да. Очень красиво. 93 лиры стоит такое. Натуральный хлопок. Натуральный хлопок. Очень красивое такое платье. 95 лир. Тоже такое платье. 95 лир. Очень красивое белое платье. Коллар катланабилио, катлама кол олабилио. От 6 до 14 лет рукава можно завернуть. И такая вот красивая нарядная рубашечка. Инайны памуклу. Хлопок, 100% хлопок. От 6 до 14 лет для возраста. Вот такого плана тоже с стразами. Цена на них от 60 до 65 лир. Вот тоже. 6-14 лет. 6-14 лет. Вот такие вот оригинальные рубашечки. 47 лир. 47 лир вот такая вот футболочка. Такая вот розовенькая. 35. Летнее платьишко. 60 лир. Вот такая вот красивая блузка. 6-14 лет. 6 для на 6-14 лет. Тоже летняя, красивая вот такая вот. Это все натуральный хлопок.
Burada yine 6-14 yaş 3 tane renk var bunda da. Gri, siyah, pembe. И вот тоже очень красивое платье. Пучок güzel bir elbise. Очень красивое платье. И вот такие вот более теплые вещи, уже свитшоты. Она biraz daha mevsimliktir. Да, свитшоты с шапкой. Есть розовый цвет и вот такой вот серый цвет. Также есть спортивные костюмы, теплые. Теплый спортивный костюм. Не когда арбели таким? 110 лир. 110 лир. Это вот такая вот кофта. И вот такие вот штанишки. Есть серый цвет и черный. Также есть вот такого плана с молнией. Такая вот оригинальная вещь. Тоже кофта. С вот такими вот, да, вот такими брючками. 6×6 — 14 лет. Стоит такой костюм 110 лир. И очень красивый летний набор мы здесь нашли. Это вот такая вот футболочка с вот такими вот красивыми шортиками. Действительно очень классно. Стоит 45 лир. 6×6 — 14 лет. Натуральный хлопок, оранжевый и такой вот цвет, горчичный цвет. Очень также красивый. Есть большое количество лосин от бирьяштан, от 1 года до 14 лет. Есть серые, черные, светло-серые, вот такие вот розовые. И цена от 25 лир. В зависимости, конечно же, от размера, вот такие вот нежно-розовенькие. Вот такого вот светло-серого цвета. Темно-синего цвета. Даже от 0 до 14 лет большой-большой-большой выбор детских штанишек. Друзья, очень большой выбор платьев. Вот от таких более спортивных моделей со стразами, с надписями, до вот таких вот классических вечерних платьев. Atilla Bey, ne kadar bu elbiseler? Ne kadar bu elbiseler? Bu 65 lira. 65 лир стоят вот такие вот платья разные. Дорогие друзья, как вы видите, в этом магазине огромный выбор вещей на девочек и на мальчиков. И еще хочу вам показать некоторые другие интересные модели. Например, вот такие вот наборы. Сумочка, джинсовая кофточка и юбочка. И есть очень много красивых летних наборов. Вот этот мы вам показывали в другом цвете. Посмотрите, какая красота и насколько интересно выполнены детали. Платья. Вы видите, за мной очень много платьев, которые можно носить как на торжественные какие-то мероприятия. Например, платье вот такого вот плана можно надеть на какое-то торжественное мероприятие. Либо летние платья тоже вот таких вот спокойных светло-желтых цветов, либо темно-синего цвета. Здесь цены на платье начинаются от 50 лир и размеры от 1 года до 14 лет. Очень большой выбор блузок, как летних, так и вот таких вот рубашек, которые можно носить с джинсами или с какими-то юбочками, более вот таких вот классических рубашек, ну и, конечно же, очень оригинальных, интересных платьев. Такое платье, например, стоит 85 лир. Посмотрите, как красиво сделаны разные детали, пришиты вот эти вот кристаллы и жемчужины. Очень красивые платья, ну и, конечно же, как я уже сказала, большой выбор цветов и большой выбор размеров. То есть мальчики и девочки от 0 до 16 лет найдут здесь, я думаю, то, что им будет по душе. Очень большой выбор футболок, как от однотонных, вот таких вот спокойных цветов или однотонных белого и черного. И, например, есть вот такие вот оригинальные футболочки с различными надписями, бантиками, с различными наклейками.
Друзья, также большой выбор белья для детей. Есть вот такие вот боксеры для мальчишек, для девчонок. Для мальчишек есть, например, вот такие вот боксеры, маечки. Ну и, конечно же, большой выбор нижнего белья для девочек. Носки от 1 года до 14 лет. Цены на носочки 3,5 лиры. В общем, как вы видите, огромный выбор всего того, что нужно детям. И самое главное, это качественные и недорогие вещи. Все это натуральный хлопок. И, как я уже сказала, дети будут просто в восторге от таких вот красивых и интересных вещей. В этом году большой популярностью пользуются платья, футболки, сумки с куклами Лол. И здесь также в этом магазине есть вот такие вот сумочки, футболочки и юбочки, вот такие вот красивые наборы с Лол, тоже различных видов. Есть вот такие вот розовенькие цвета, либо вот такого вот белого цвета. Bütün ürünlerimizi tanıttık. Gelip görmenizi tavsiye ediyorum. Herkesi davet ediyorum. Gelin fiyatlarımızı, mallarımızı görün. Ona göre kararınızı verin. Да, дорогие друзья, Атила Бэй приглашает всех в свой магазин. Приходите, смотрите, мерите, потому что в видео мы смогли показать только лишь малую часть того, что есть в этом магазине. Ну а вы приходите, меряйте, ну и, конечно же, радуйте себя красивыми и качественными вещами, особенно своих детишек. Ну а на сегодня мы с вами прощаемся. Всем всего хорошего. Добро пожаловать в Аланию, в Турцию. Пока-пока.